Простой ремонт китайского увлажнителя. Увлажнитель пищит и не включается, никакой индикации на дисплее. Разобрал увлажнитель и замерил напряжение на выходах контактов питания. Напряжение занижено и скачет. Видимо, во всем виновата вот эта микросхема. Решил найти на AliExpress замену платы питания. Через месяц плата пришла. Сделал замеры напряжения на выходах. Контакты оказались такими же. Все собрал и запустил для теста. Все работает отлично.